ребята. В общем, выехали в тоннель с помощником. Наша задача сегодня предстоит выполнить, в общем, разбивку точек в поперечном тоннеле Роспаса 4. Видите, монтажники сейчас вяжут арматуру. В общем, а нам нужно разбить точки под столбики, под стены. В общем, точек много, работа ответственная. У нас все получится, работает специалист. В общем, работаю я прибором Leica, Швейцария, 16-я версия, прибор новый. В общем, работает хорошо. Работа у нас, ребята, опасная, ответственная. Подниматься нужно вот всякими буераками, залазить. Давай мне ведро. Я залез. Давай, давай, давай. Да давай, что ты... Так, в общем, приступаем. Работаем мы у связки. Одному работать где-то здесь не может ни в коем случае. Ну, работа монтажников заключается, видите, что. Вязать арматуру, устанавливать ее, соответственно, по линиям, по осям, по разбивочным точкам. Вот еще один участок работы. Хочу показать вам. Сейчас мы находимся на выходе, на выезде из тоннеля. Это так называемая фасадная часть его. Вот видим установленные строительные леса такие посередине, которые держат свод, держат опалубку под свод. А наверху бригада монтажников в люльке, и так он по своду стоят. Вот они монтируют арматуру. Зашивают арматурой это все. А дальше будет накладываться первый слой бетона, бетона таза. Ну и потом уже будет либо финишным слоем бетона будет покрывать, либо облицовочным кирпичом вот таким. В общем, я пока не знаю. Наверное, будет, наверное, финишный слой бетона еще один. И потом будет сетка, еще слой будет вот такой, видите, облицовочного кирпича, как здесь. В общем, бригада монтажников, как правило, это арабы работают. Иностранцев я не видел на этих работах. Здесь, короче, работа поделена между кабланами. Скорее всего, что кабланы свою бригаду сюда набирают людей, которые выполняют эти работы. Ну, вот самая такая, я считаю, блатная работа у человека. Сидит себе, сел на бобину с пультиком. В общем, и управляет стрелой. Ну, вот так работают. Это всего лишь малая часть работы, которую делает на тоннелях. В общем, порталы тоннелей будут соединяться мостами. Тремя мостами, как видите. Еще это будет достраиваться. Самое интересное, что часть моста здесь центральную аккуратно залили бетоном. Удивительно, смотрите, какая толстая арматура, и она не одна, это выходит как бы труба, в трубе еще находится еще несколько пучок арматур. Ну, в общем, кто строитель, проектировщик, те будут знать, что, ну, и какой материал необходимо устанавливать, заливать бетон, чтобы придать прочность на вибрации, на разлом. Так, мы находимся, ребята, в ущелье. Под нами проходит вот сейчас такая узкая дорога, которая идет на Моцу. Наверху находятся жилые комплексы, район Хартнов. Там живут датишные верующие люди. И им относительно не повезло каждый день слушать звуки работающей техники, шум, пыль. Ну, в общем, это часть цены, которую необходимо платить за комфорт, за дороги,
за тоннели. Там впереди тоже видно, вот стоит еще один портал расположен. Фасадную часть уже финишным слоем бетона залили и частично обложили облицовочным кирпичом. Вот так это все будет выглядеть. Наверху тоже работают монтажники, установлены металлические щиты, опалубка под бетон. Внизу работает Bobcat, маленький экскаватор. Это первый мост. Мы находимся сейчас на центральном мосту, который соединяет порталы. Он рабочий, активный, по нему активно работает, ездит техника. Ну а вот внизу, смотрите, как большими камнями обложен, скажем, такой желоб, сток для воды. Для воды, особенно когда будет сезон дождей и тому подобное.